Все. Веды говорят, есть только один способ жить самый правильный, служить святому человеку и жить для него. Я не хочу себе счастья, я хочу служить. Я хочу служение, мне не нужно счастье, я хочу служение. Вот это жизнь беспроигрышная, беспроигрышная. Но не дешево получить такой вкус невозможно просто в обычной жизни. Видите, мы пришли к выводу, к мнению, что самое главное в жизни это вкус к счастью. Какой вкус к счастью получил, такая жизнь потом. И в этой связи я вам советую почитать, у меня есть «Законы счастливой жизни», 4 тома, там описывается, что вкус к счастью – это самое главное. Имейте в виду, что это очень ценно и ценно знать, потому что настоящий, самый возвышенный вкус к счастью человек может получить, мы его не можем сами ощутить, понимаете, это приходит извне, как милость. Можно ощутить, только общаясь с возвышенными людьми. Настоящий, самый ценный вкус к счастью, который прививает человека тому, что никогда не дает потерь. Он к святости, к духовной жизни, к чистоте человека призывает, прививает. И веды говорят, что человек карму должен свою разрубить мечом знания. То есть он должен просто сердце свое отдать вере, отдать святости, возвышенной жизни. И тогда он разрубает свою судьбу, потому что она его мучает внешне, судьба его мучает. Но эти мучения, на самом деле, они ничего плохого.